вами быстрые новости. Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Тянь-ча, кумкват вашей души. Поминатное слово. Дороже любых денег. Передоза. Не знаешь, что их хочет, то ли трахать их, то ли... А какая разница, если все равно...
О, привет! Так с кем нам надо поговорить? Ты говорил, она босс киберпсиха? Кристина Марков, 42 года. Единственный работодатель Хорвата. И вообще его единственный контакт. Давай, Ви! Я понятия не имею, кого вы. Привет. Ищу. Будем спрашивать. Я начну слева, а ты бери правую часть. Синтетическое мясо для натуральной энергии. Попробуй. Что там в большом мире? Меня ничего не интересует. Где мне найти Кристину Марк? Тянь-ча. Если нет, не моей все. Могло быть и хуже. Это вы, Кристина Марков? Нет, но я ее знаю. Это у вы, нее Кристина магазин Марков? Электроники на той я? Стороне. Нет, вон там она, магазин электроники. Спасибо. Приводит к критической ошибке. Чужое тело. Кристина Марков, у нас к вам пара вопросов. Вы агенты? Вы в числе Кантау, Арасаку, Муртехнологис и Дайнал. Полиция Найт-Сити. Это детектив Уорд. Что вам надо? У вас работал некий Петер Хорват. Работал, работал. А потом перестал работать и начал без перерыва речи толкать. Один против. А много он тут получал? За его импланты ведь можно скупить весь этот рынок. Ха-ха-ха! Да ужасно много! Эдди лопатой греб. Миллионером был! Мы тут все такие. Есть идеи, откуда у него могли взяться такие суммы? Были бы у меня на этот счет идеи. Я б не торговала тут всяким дерьмом, а прикупила бы Ави, да улетела бы отсюда подальше. Он просто в один прекрасный день пришел с имплантами и весь на взводе. Я спросила, откуда это все, а он ответил, что его, наконец, оценили по достоинству. А потом опять задвинул очередную свою тираду. Когда Хорват начал себя странно вести? Хороший вопрос. Это смотря что называть странным. Тут ведь надо понимать, что нормальным Хорват не был отродясь. Но вот если сравнивать Хорвата до отсидки и после, получится два совершенно разных чудика. Толкал речи, значит? И о чем же? Корпораты крепко держат Райана за яйца. И все равно он смог меня наебать. Это общий смысл. Почему он был так зол на мэра? А чего ждать логики от психа? Может, ему казалось, что Райан говорит по телевизору только с ним, обещает всякое, а потом ни хрена не делает? Ну, вот так он смотрел на мир. Был уверен, что все вокруг только и мечтают лично ему насолить. А больше всех, конечно, Люциус Райан. Может, кто-то еще хотел насолить Хорвату? Кроме Райана? В первую очередь, госпожа президент. Потом Сабура Арасака. А как он умер, уже его сын, Йоринобу. У вас все, детективы? А то вы мне клиентуру пугаете. Его, наконец, оценили по достоинству. У Хорвата были спонсоры. Этого следовало ожидать. Пускай сейчас кажется, что мы ничего не узнали. Но информация часто набирает вес только в контексте. Допустим, человек говорит, что у него болит голова. На первый взгляд, маленькая деталь, которая ничего не значит. Но потом этот человек вдруг шагает на дорогу прямо под колеса машин. И тут сосед вспоминает, что кто-то недавно чинил кондиционер в квартире у погибшего. Случайность? Течение обстоятельств? Или умышленное отравление некой аэрозольной смесью? У тебя правда было такое дело? Нет. Это я только что придумал. Но принцип ясен. Прекрасно. С ними я сам разберусь. Уйди с дороги, Лак. Твой приятель сел надолго. Ты тоже хочешь к нему за решетку? Ой, Райори, дивно симпаю старату, да?
Оно съебали кошачьи когти. Ви. Пошли нахуй. Ну ты даешь. Я же сказал, сам разберусь. С тобой опасно по улицам ходить. У тебя еще с какой-то бандой напряги или только с тиграми? А ты как думаешь? Я же коп. Теперь придется рапорт писать. Окей, теперь двор Алой Королевы. Но сначала нужно разгрести твой бардак. Встретимся там. О, привет. Это район животных. Да, я уж вижу. Ты кого-то из них недавно закрыл? Нет, недавно нет. Но они вообще не фанаты кубов. Я туда не могу войти без ордера. А вот ты... Ага. Хорошо. Будем на связи. Говори, если что найдешь.
На вид обычная мастерская. Там клуб, я тебе говорю. То есть, типа, у тебя чутье, интуиция копа? Что-то вроде того. Все в порядке? Меня засекли! Окей, держи.
местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров. Все в порядке? Меня...
Нас убивают по одному! Власть, тварина! Или бой... А? Вылезай уже, крыса! Вылезай уже, крыса! Внутри лестницы. Умно. Ого. Не знаю, что тут было, но кто-то очень старался замести следы. Что? Попробуем найти кабинет администратора. Такой в каждом клубе есть.
Черт! Ви! Ты живой? Ви! Ты меня слышишь? Дышим. Что ты тут делаешь? Тебе же не положено сюда заходить без ордера. Не положено. Но некоторых ведь вообще не оставишь без присмотра. Ага, ну ясно. Что это было? Похоже, Райан умер не от сердечного приступа. Я сразу так и сказал. Но... Вирт был зараженный. Вот так он и погиб. Черт, похоже, ты прав. Давай, Ви. Так, погодь. Ну, наверное, это и есть кабинет. Что? Нам нужны их компы. Это в самую первую очередь. Что вы тут караулите? Тут уже и красть-то нечего. Мы не караулим. Мы сидим, ждем, блять. Чего? Платы за... честно сделанную работу. Видишь, разгромили тут все в лучшем виде. Короче, дело сделано. Теперь бы деньги получить. А заказчик-то кто? Твое какое дело? Ну, могу поторопить с оплатой. А я типа такая тупая, что ли? Ты реально думаешь, я на такое поведусь? Просто надо сделать доброе дело. Спор я проиграл. Блять, ну иди купи бездомному сосиску! Это слишком просто. А мне надо чувствовать, что у моих действий есть результат. Я вам помогу, только мне нужно знать, кто вам должен денег. Уэлдон Холт! Правая рука и бойцовый пес Люциуса Райна. Кандидат в мэры на грядущих выборах? Подходящая мразь для такой работы! Спасибо за помощь.
Надо проверить, кто там шаст. Да. Окоченел уже. Смерть наступила явно больше часа назад. Карты травмы при себе нет. Думаю, он намеренно ее где-то оставил. В таких клубах не любят, чтобы экипаж травмы высаживал двери в самый горячий момент действа. Похоже, сердце. Избыток острых ощущений, если понимаете. Окей. Да, давайте так. Коронер найдет его дома. Что писать, я надиктую. Умер во сне, тихо, как младенец. Парни его уже выносят. Да нет, никто его не увидит. Точно. Да, да. Все сделаю и перезвоню. Ривер, я нашел запись. Ты должен ее увидеть. Сейчас перешлю. Похоже, твой Чумба зачем-то скрыл обстоятельства смерти Райна. Мой Чумба? Ты про Хана? Да, про него. А ты ничего об этом не знал? Черт! Нет, не может быть. Уходи оттуда, Ви. Я напишу ему, что хочу встретиться в мордатом бизоне прямо сейчас. Немедленно. Окей, выхожу. Подожди меня. Твою мать. Ты, я смотрю, с той же компанией. Заткнись, Гарольд. Я знаю, что ты сделал. Я не спрашиваю, почему ты это скрыл. Не спрашиваю, зачем дал себя в это втянуть. Я хочу знать одно. Кто отдал приказ? А какая разница, Ривер? Почему тебе это так важно? У тебя совесть чиста, можешь спать спокойно. Знаешь почему? Потому что я взял всю ответственность на себя. Ты понятия не имеешь, как в этом городе что работает. Веришь в дутые лозунги, пустые фразы. Думаешь, они что-то значат? Это все треп один. Эй, что ты на меня так смотришь, наемник? Ты знаешь, что я прав. Я знаю изнанку этого города. Значит, понимаешь, как тут все работает. И в мэрии, и на улице правила те же. Райан это понимал.
Он боролся за этот город. Иногда по правилам, иногда без правил. Но всегда изо всех сил. И я не хочу, чтобы поливали грязью его доброе имя. Райан был сволочью, но умел добиться результатов. Я помню, как выглядел город до его избрания. И помню, кто остановил панцеры Мелитеха, когда новые штаты бросили их на захват Найт-Сити. Ви, я благодарен тебе за помощь, но это не твое дело. Я сам разберусь. И как разберешься-то? Арестуешь меня? У меня есть запись, есть мотив и есть твое признание. Так что могу и арестовать. Но в этом нет смысла. Можешь даже не говорить, кто отправил тебя заметать следы. Я и так знаю. И раз тут начальство замазано, пойду в отдел внутренних расследований. Они тоже ничего не сделают. Со мной. А вот ты сам лишний раз подставишься. Ехал бы ты домой, Ривер. Поспи, успокойся. Утром будет проще уложить все это в голове. Я лично так и сделаю. Твою мать. Ну, что теперь? Я этого так не оставлю. Не могу. Райна убил Холт. Просто хотел занять его место. Самый банальный мотив и самый правдоподобный. Использовал полицию, чтобы замести следы. Нет. Думаю, все было не совсем так. И как же тогда? Не знаю. Тут дело явно глубже, чем видим я, ты, Хан и даже Холт. Может, мы так и не узнаем, кто за этим стоит. Сообщу во внутреннее расследование. Этого хватит, чтобы возобновить следствие. Давай. А ты? Поедешь теперь к Пиралесам отчитываться? Да. Ладно. Я тут пока останусь. Спасибо тебе, Ви. В общем, я уже представляю, что стоит за смертью Райна. Хорошо. Пожалуйста, зайди к нам. Такие деликатные вопросы лучше обсуждать лично. Будем ждать.
Ви, мы наверху. Спасибо. Знаешь, скажу тебе одну вещь. Я слушаю. Ничего им не говори. Не дай себя в это втянуть. Это дело как трясина. Неосторожный шаг, и провалишься с головой. Я всегда осторожен. Фу, блять, короче, делай как знаешь. Все равно убеждать тебя бесполезно. Привет, Ви. Заходи. Чувствуй себя как дома. Джефферсон скоро будет. Располагайся. Благодарю. Мы рады тебя видеть. Элизабет сказала, у тебя есть новая информация. Я внимательно слушаю. Это запутанное дело, и в нем много вопросов. Так что мне бы не хотелось делать поспешных выводов. Но что ты об этом думаешь? Джефф, милый, умей читать между строк. Запутанное дело — смерть в собственном доме от сердечного приступа. Какие уж тут вопросы. Значит, мы были правы? Да, этого мне достаточно. Мы должны быть осторожны. Очень осторожны, Джефф. Именно это хочет нам сказать Ви. Благодарим за помощь. Вот гонорар. Вам нужно беречь друг друга. Привет. На чем мы остановились? Осторожней, пожалуйста. Хорошо, вернемся к этому позже. А конференция? Вы сможете? Привет. Мы попадем в мэрию? Нет, нет, нет. Джефф только недавно сдал мандат. Как вы не понимаете? У него такое же право... там выступать, как у Райна. О, прошу прощения. Значит, делайте. Сегодня. Хватит нас запугивать. Мы не сдадимся. Thank you.
ты сам откуда? Что у вас есть? Все, что захотите.
Простите, старость. Привет. Есть что-то для меня? Юкату случайно скидок нет? Конечно, конечно. Покупайте с большим удовольствием. Ирашаймасе.
Thank you.